расстояние до точки, кстати, до какой точки? Модуль x плюс 1 – это расстояние от x до чего? До 1. До точки 1, вы уверены? Нет. А до какой? Вот что такое модуль x минус 2? Это значит расстояние от x до 2. Значит, до минус 1. Да? Отлично. Так вот, сумма расстояний до минус 1 и до 2 должна равняться 3. Что это такое? Это значит, что... Нарисуйте прямую. Поставьте на ней точку минус 1 и точку 2. Да. Так, что же это за x такое? От минус 1 до x и от x до 2 равно 3. Да. Значит, x... Это любая точка между минус 1 и 2. Потому что здесь... Так, а если вы возьмете точку x правее, чем 2, чем число 2? Тогда не получится. Потому что будет больше, чем 3. Да. А если левее, чем минус 1? То тоже не получится. Тоже. Значит, ответ какой? Нет. Получается от минус 1. Надо как его записать? Да. Да. Молодец. Минус 1 меньше равно x меньше равно. Отлично. То же самое записывают иногда так. Ровно это записывают вот таким образом. X принадлежит отрезку от минус 1 до 2. Так, вопрос, а зачем такое значение? Казалось бы, нам было понятнее написать минус 1 меньше или равно, чем x меньше или равно, чем 2. Ответ. А бывает, что в задаче ответ это не один отрезок, а, например, несколько отрезков, или там отрезок, или вы учили что-то такое, да, или отрезок на несколько чисел. Помните, вообще разные хитрые варианты. И в таком случае понятие множество помогает написать это понятие, да? Потому что пока один отрезок, то с неравенством, пожалуй, даже понятнее. А когда их несколько, то удобнее с множеством. Отлично, спасибо.